эфире Вести. Турцию заваливает снег. Стамбул завален снегом. Кайсери завален снегом. Эрзерум завален снегом. Дога-Баезид тоже завален снегом. Туристы не могут выехать на Арарат. Они в пуховках мерзнут в отелях. Ван завален снегом. В общем, вся Турция завалена снегом. О подробностях корреспонденты с мест событий. Да, это дворец из Хакпаши, как и вся прочая Турция, он завален снегом. А это туристы в отеле Эрзерум в Дога-Баезиде. Они уже пятый день не могут выехать на Арарат. Дороги все заметены. Они сидят в пуховках, так как в отеле очень холодно. И спят они в спальниках. Это Ван. По дорогам могут проехать только небольшие машины. Да и то, водители предпочитают брать с собой специально обученных людей для того, чтобы те помогали выталкивать машины из заносов. Это Эрзерум. На улице минус 30 градусов. На горнолыжных склонах пурга. Желающих покататься мало. Большинство поднимающихся на канатки также спускаются вниз. В Каппадокии мы даже не стали выходить из автобуса. Да и так все понятно. Турцию заваливает снег. Так, последние известия. Здесь все заметает снегом. Муэдзин только что созывал всех на последнюю молитву вот, перед Новым годом, чтобы пришло солнце, чтобы снег наконец перестал сыпать и заваливать всех. Вот. Надеемся, что это поможет. Галина Большакова, Василий Вакулюк, Вадим Кодыш. Турция. Специально для программы Вести. На этом все. Удачи. Аллах Акбар.